Электровозы большей мощностью и менее энергозатратные поступили в локомотив Кандалакшского депо. Они будут работать на участке Мурманск-Кандалакша-Свирь. Эти электровозы отличаются высокой мощностью, фактически на 7% выше предшественников, да и техническое оснащение отвечает последним передовым технологиям. Новые модели, их назвали «Ермак», более экономичны. В ближайшее время в депо поступит еще несколько таких электровозов, а к 2017 году их количество достигнет 50 штук. Для работы на новых моделях локомотивные бригады прошли соответствующее обучение. Условия для рабочих тоже усовершенствованы. Холодильники, биотуалеты, кондиционеры по последнему слову техники. Модели этих современных ЖД-перевозчиков разработаны Всероссийским НИИ электровозостроения в Новочеркасске.